чтобы не будильник ни к чему, потому что доверяю я соседу своему. Рано утром на работу он меня разбудит срок, у него свои заботы, начиная он урок. На работе день проходит, возвращаюсь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он мелодии опять. Целый день пенсионера развлекается толпа. Спорят, кто теперь играет, но по кларнету не труба. Тот, кто музыку не любит, очень злятся, ну и пусть. Оттого мы эти песни заучили наизусть. Я все больше привыкаю, и поверьте мне, друзья, никогда не засыпаю, если не услышу я. Дорогие земляки!